Господи! И это сделал я! Что? Что они делают? Они стремятся к обелиску. Воссоединение вот-вот начнется. Я так и знал, что от тебя будут одни неприятности. Но они твердили, что ты нам нужен. Я годы угробил, копаясь в твоих прогнивших мозгах. Все должно было быть совсем не так. А как это должно было быть? У нас все было под контролем. Кларк, это не наша вина. Мы были так близки к пониманию. Все эти тела, которые ты впустил сюда, Кларк, они начали процесс воссоединения. Но мы никогда не думали, что их будет так много! Какого черта он делает? То, для чего он был создан. Айзек, ты должен сделать нас целым. Машина активирует те части мозга, в которых хранятся коды обелиска. Но как это угрожает обелиску? Чего они так боятся? Не. Нас. Действующих вместе. Шаг 4. Да. Ты готов? Это ведь будет больно, да? Да. Заходи внутрь. Шаг 1. Вползти внутрь. Шаг 2. Со всех сторон закручиваются винты. Имеющий уши да услышит. Имеющий глаза да увидит. Шаг 2. Со всех сторон закручиваются винты. Имеющий уши да услышит. Имеющий глаза да увидит. Thank you.
Так, я буду ждать тебя у обелиска. Ну что мне делать? Проклятие. Делать на моей станции.
еще мой дед задолго до того, как ты начал гадить в пеленке, сынок. Оставьте свои лекции, вы знаете, что я прав. Протоколы проекта четко запрещают эвакуацию в случае вспышки. Я провел всю жизнь на этой станции, на службе ее населения. И я не буду стоять сложа руки и смотреть, как люди из-за каких-то там протоколов. А теперь проваливай свой чумок. Спор о твоих бесценных протоколах можем продолжить в суде, если доживем до него. Сержант Фату, мы обнаружили сигнал X оставшихся в живых 143 сотрудников сектора G. Они на пути к эвакуационному выходу. Эвакуационный транспорт на месте. Челноки подтверждают, что смогут подобрать всех. Разве ты не имел права объявлять эвакуацию? Закон для подобных ситуаций. Теперь то, что произошло, нельзя остановить. Но он в спешке и неразберихе пытается всех вывести. Видимо, человек себе виноват. Старается спасти столько людей, сколько сможет. Thank you.
Зона вакуума. Зона вакуума. Зона вакуума. Thank you.
сопротивляешься, Айзек. Это бесполезно. Ты должен меня отпустить. Но я больше никогда тебя не увижу. Айзек, прекрати. Нет другого выхода. Ты должен это Вот и все, Айзек. Воссоединение на пороге. Встретимся у обелиска.